Святой пророк Илия родился за 900 лет до нашей эры. Еще в юности он избрал путь служения Богу. Илия поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте и молитве. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время израильский народ оставил веру своих отцов и стал поклоняться языческим богам. Самый жестокий культ был у Ваала, которому приносили человеческие жертвы. Царя поддерживала его жена, жестокая Иезавель. Илия призывал царя покаяться. Ахав не послушал его. Тогда Илия предрек засуху для всего Израиля. 3 года в стране не было дождя. Народ голодал и страдал от зноя, но Ахав не желал признать своей неправоты. Тогда пророк велел установить на горе Кармил 2 жертвенника – Ваалу и истинному Богу. На который сойдет огонь с неба, тот и будет указанием, чей Бог истинен, сказал он. К горе собрался весь Израиль. Первыми к Ваалу взывали его жрецы, но небо молчало. Когда стал молиться пророк Илия, с неба сошел огонь. Запылала даже вода во рву, которым был окружен алтарь. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». По молитве Илии тут же выпал обильный дождь. По преданию, за свою пламенную веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Русская православная церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве еще до крещения Руси, была во имя пророка Илии.